Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. И снова мы в игре Crash Bandicoot продолжаем ее прохождение. И я так понимаю, что вот мы все-таки добрались до последнего третьего острова. Ну и начинается финальная стадия. Мы уже близки к доктору Квортексу. Трепещи же, гаденыш. Так, ну, начинаем. Этот уровень прохожу с первого раза. Сейчас будет много боли, чувствую. Потому что я вообще по нему не бегал. И вот сразу вопрос. Интересно, вот эти вот заразы убиваются или нет? Судя по всему, не совсем. Так, если честно, это я на Верочку попробовал. Сверху на нее прыгнуть. Но нет, они не убивают, значит. Ладно. Сложнее, конечно, но ничего. Крэша этим не остановить. Тут уже прям такие техногенные уровни пошли. Ну, это, видимо, уже какая-то фабрика... завод этого доктора, где он производит какие-то комплектующие для своих зловещих экспериментов. Так, сейчас перепрыгнем. Распрыжка, самая главная распрыжка, ребята, без этого никуда. Так, опять тут подвох с динамитом. Так, свалим, пускай рванет. Вот интересно, на красные трубы, не, на красные, наверное, нельзя наступать, на синие-то вроде можно, хотя они тоже вроде как заморожены. О, отлично. Будет шанс здесь засейваться, раз тут портретики подружайки. Так, тоже вот непонятно, вот на эту фиговину. Наверное, на них уже вообще ни на какие нельзя наступать. Так, это вот тоже, я так понимаю, еще один бонус уровень. Ну, такой мы еще ни разу не брали. Ух ты, транспортеры. Ну, кстати, вот тут уже сходство. Вот в этом уровне, если честно, вижу много с Соником. Вот в Сониках обычно последние уровни такие уже прям техногенные. О, жизнь дали, отлично, еще за соточку яблочек. Там тоже этот доктор-работник, постоянно в конце к нему там на эти фабрики, на заводы приходишь. И там вот всякие вот такие вот механизмы, транспортеры, всякие какие-то штуковины. Ай-яй-яй, блин, задел все-таки. Ай, ё-моё. Ну вот, это все неточности эти. Все-таки до конца я еще не пригасился. Да вы шутите, с самого начала, что ли? Что-то мне казалось, я где-то чекпоинт. Вот. Черная полоса настала. А эти штуковины похожи вообще на это, на камеры летающие из Half-Life 2. Так. Кстати, музычка тут прикольная в этом уровне. Вообще музыкальное сопровождение прикольное в игре. Вот, кстати, и ответ на вопрос. Нельзя до них дотрагиваться. Да, уровни. Кстати, может, я изменю свое мнение. Сейчас, наверное, каждый последующий уровень все будет все сложнее и сложнее. Может быть, даже сложнее этот уровень, чем который был в прошлой серии, который я назвал сложным. Хотя, с другой стороны, здесь, я не знаю,
Он, по крайней мере, такой, он прикольный, этот уровень. Очень атмосферный. Крэш, судя по всему, еще боится вот этих видеокамер. Да, скромняга. Это, короче, вот какого года? 96-го года игра, смотрите, а уже беспроводные видеокамеры у него тут на заводе. Уже тут технологии были, ого-го, развиты на то время у этого доктора Квортекса. Да, кстати, ящики, наверное, лучше все разбивать. Ну, по крайней мере, которые будут попадаться. А то, что в прошлые разы оставлял со стрелочкой ящик. Та, авось, глядишь, соберем все ящики и что-нибудь, какой-нибудь бонус откроем. Или что там, кристаллы какие-то дают. Не, вообще, музычка прикольная, мне прям нравится. Так, скоро еще жизнь дадут за соточку. Так, этот тоже ломаем тогда. О, 96, вот, сейчас все, ништяк. Так, 4, ну блин, мало-мало, конечно, жизни, не знаю, смогу я пройти. Так, вот здесь лучше с распрыжкой, по-моему. Так, по-моему, и не перепрыгнешь, там еще эта фигня. Ай, ё-моё. Не вовремя прыганул. Блин, еще и все время с самого начала. Но я уже этот промежуток так запомнил. Тут уже вроде особых проблем нету. Но главное тоже не спешить. Нельзя недооценивать врага. Так, пойдем сразу. И опять же, вот по этому уровню видно, какие тут цвета насыщенные. Вот особенно по трубам, которые вот горячие. Прям настолько яркий цвет. Молодцы, молодцы. Но эти доги... Браво! Такую картинку смогли выжать с первой Соньки. Красавцы. Ну чё, наберу я еще одну жизнь за 100 яблок. Так, вот здесь, по-моему, сдох. Ой, как же тут... О, есть. Блин. Да сколько вас тут? Прям... Чё у тебя тут красть-то, ё-моё, одни трубы, ёлки-палки, столько камер понавешал. А, ну что ты будешь делать? Да. О, так я не сдох? Нифига себе, я что-то вообще думал, все, упал. Ага. Так тут вниз, может и там? Нет, там я падал, умирал. Интересно. Какой-то второй нижний этаж. Это типа мне вернуться, что ли, назад надо теперь? Нифига не понял. Или это так и надо было? Так, ладно. Там же был этот эскалатор, блин. В смысле, транспортер. Ой, опять с самого начала. Капец. Так, ладно, здесь я уже имба. Сейчас мы быстро проскочим. Сейчас быстро проскочим, только еще по пути. Жизни 5 потратим. Ух! Блин, вот это было опасно. Чуть не зажарился.
Иди отсюда. Блин, тазики эти летающие. Так, о, скоро жизнь. Во, сейчас и возьмем на этих батутах. Мало, конечно. Еще тем более на первое прохождение. Ой, масочка спасла. Еще палевное место. Блин, эскалаторы эти. Да че их все время эскалаторы? Транспортеры. Так, вот, по-моему, я тут помер. О, жизнь. Зашибись, в тот раз я там вообще как надо упал, а сейчас... Ой. За жизнью позарился. Капец, тут что, походу весь уровень, что ли, без чекпоинтов? Надо за раз пройти. Так грохается вообще. Да, походу я его не пройду. Прям вообще жесть. Да ты что? Что-то даже не знаю. Кнопку пережал. Так, у меня там одна жизнь осталась. Офигеть. Я так даже не смогу еще за соточку набрать одну жизнь. Так, нет, здесь все равно мало яблок. Че, как обычно, на последнем издыхании будем рывок делать. Давай, Крэш, давай. Я в тебя верю, и зрители в тебя верят. О, ништяк, даже этого не потратил. Друга нашего, масочку. Вот, место вообще палевное. Плохо-плохо, что масочки лишился. Плохо масочка не помогает, когда в пропасть падаешь. Ой-ой-ой. Ой, блин, вообще. Припалился чуть-чуть. Зад. Так. Ага. А, ну да, вот здесь я, получается, и когда я упал. Только, получается, без этого бережка летающего. Дайте чекпоинт, ребята. Тазик. Да нет же, ну ёшкин дрын, а. Сгорел на работе. Отсыпался. О, вообще ноль. Ну вот сейчас точно пройду. На нуле жизни у меня просто какая-то турбоскорость включается. Сейчас прям понесемся. Все. Все. Шутки в сторону. До этого 15 раз это просто было так. Я фору давал. Держись, доктор Вортекс. О, ништяк, сейчас жизнь возьмем. Еще живем, вообще. Все отлично. Или не брать уже. Что там? Я говорю, с нулем жизни, и тут какие-то резервные силы сразу задействуются, и прям четко начинаешь бежать. Ага, ну ладно. Взяли одну жизнь.
там, начало уровня тут уже вообще, ну просто имба. Прыгаю, скачу, как сайгак просто. Так, и вот здесь начинается. О, есть. Первая камера позади. Вот еще, вот это вообще сложное место. А, задел все-таки. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Ой, жесть. Вот милики просто были. Загаженный на самом деле у него завод, какая-то слизь, какие-то нечистоты вообще тут не нравится. Ну правильно, тут людей нету, одни вон какие-то унитазы летают. О, а вторая картинка, блин, что-то я думал третья, уже обрадовался. Так, опять. О, думал сдохну, сам исчез. О да, чекпоинт, чекпоинт вообще четко. Так, ух ты. Вообще какие-то уже не жаровные, какие-то кастрюли. Может, это ресторан просто у меня такой большой. А мы сейчас, я не знаю, где-то на кухне, на поварской. Жизнь. О, ну тоже неплохо. Так, вот сейчас надо не просрать. Ой, блин, опять все из одних ящиков. Вот не люблю. Так, и что, он сейчас подо мной лопнет последний раз? Мы не будем доводить до этого. Нафиг, короче. Нет, ну ё-моё. Это очень плохо. Боль. Так, а чё тут? Сюда что ли? Ух, нифига себе. Блин, ну вот эти вот приколюхи с глубиной уровня, они вообще, наверное, самые сложные. Блин, ай-яй-яй-яй-яй, тут транспортер. Ой, опасно. Опять кастрюля с пельменями. Вообще, блин, палево. Хорошо, что хоть они это держатся, не падают бережки эти. Так, достану, достал, отлично. Снова с масочкой, но уже какой-то задел есть. Так, что у нас тут дальше? Ух, опасно, опасно. Так, ну их нафиг, эти платформы, лучше на них не вставать. Провалится. Не смогу выпрыгнуть. Опять трубы. Так, что у нас тут? Яблочко. Блин, могли бы жизнь дать. Ох. Ой-ой-ой. Еще трубы были. Так. Вон, наверх. Ой, блин! А, ну жизни-то опять много. Ну, конечно. Это ж я точно в бонус уровне набрал. А можно дохнуть туда вообще опять до нуля. Так, стрелка. Заводные мышки. Механические. Так, блин, вот это место. Оно с одной стороны прикольно вот смотрится, вот это вот, когда глубина появляется. Но опасно, опасно. Прямо размером надо очень четко работать. Какие-то сопли.
зеленая жижа что-то напоминает мне из этого, с Бугермена. Слизь. Так, 5 трубы. Ты что? Ладно, хоть одно, но наше. Так, где-то тут я сдох в прошлый раз. А, да, ладно, поехали. Куда ты нас там по... блин, ты чё, я думал по яблокам он вверх поедет. Ай, блин. Вот обманка, а. Я думал, она наискось поедет наверх. Ой, хорошо, что чекпоинт тут заработали, а то нифига, если все это время сначала начинать. Думал, успею. Но это на авось было. Ай, такой дымок. О, о, опять 0 жизни, отлично. Все. Собираем все ресурсы. Вперед. Все, Крэш, давай, давай. Дальше. Не до шуток. Абсолютно. Я чую, все. Уже по-любому где-то уровень, уже тут концовка рядом. Так, масочка. Масочка рожицы. Так, трубы, блин, сейчас. Это яблочко. А, тут еще, да, эти котлы. Ой-ой-ой, догоняют. Вот здесь я думал, она наверх полетит, блин, а тут. У меня тут приколы. Ух! Блин. Допрыгаюсь на так сейчас. Здесь у нас. О, вторая у этого рожа. Помощничка. Так, заводные мышки. Так, а что здесь? Блин. Это что, какие-то ветровые? А, нифига, это пружинки. Я что-то очковал на них наступать. О, нормалек, о, жизнь. Живем. Сейчас, значит, сдохнем где-нибудь. О, еще. Ну вообще, прям. Начинает опять задаривать жизнями. Я вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, конец уровня, нифига себе. О, сколько жизней. Отлично, отлично. Так, а, распрыжка, понятно. Есть, башка, блин. Дурная башка, дай пирожка. Ништяк. О, прошли. Вообще, еще и жизни насобирали. Вообще, я употел просто. Фу. Так, ладно, что там у нас дальше? Кортекс Пауэр. Сила кортекса. Что у него там за сила? Сила мысли? Вы чё? Какая сила мысли? О, ничего себе. Киношка, что ли? А, нет. Это уже прям вход в его цитадель, да? Получается, ничего себе. Ладно. Погнали. Так, ничего тут нету. О, машина какая. О, Тесла! Нифига себе! Гляньте-ка! Опа. Прям как в этом, из Command & Conquer, Red Alert. Видимо, этот Кортекс сотрудничает с Теслой.
опасно. О, опять развилка. О, тут жизнь. Так. Отлично. Давайте-ка пойдем. Попробуем сначала по одному пути, потом мы еще вернемся. Наверное, уже не вернешься. Ладно, пойдем туда здесь, наверное. Тесла пушки. Ух! Фига, ты чё, босс? Тут уже прям это какой-то экшен с укрытиями, смотрите. Ё-моё. Нифига, какой-то сумасшедший тип был. Вот кто придумал первый самый укрытие. Ну, эти док, Crash Bandicoot. Пузырикам, интересно, можно по этим прыгать? Наверное, нет. А, блин, опять эти летающие унитазы. Блин, масочка. О, еще живая масочка, ништяк. О, жизнь, жизнь, жизнь. И там жизнь. Ой, а что-то он не перепрыгивает. Блин, смогу я здесь по краешку пройти? Ну-ка. Есть. Жизнь-ка. 9 уже, ничего себе. Недавно было 0 только. Ой, пойдем туда. Там чекпоинт. Ну, надо на чекпоинте сдохнуть. Это как за правило. О! Ну, я же говорил. Я сам себе не изменяю. Так. Тележки тут эти. Да ё-моё, не догнал. Поздновато прыгнул. Так, ну жизни ладно, дофига. Я тут подрасслабился. Так. А на них же нельзя сверху прыгать, да? Их фиг убьёшь. Блин, ничего себе, как она так ходит? Офигеть. Как там её это самое? Того этого, обмануть-то. Беда будет с этой тележкой. Блин, что-то я, если честно, вот тут вообще не пойму, как прыгать. Она там перегораживает все, а ее убить нельзя. Все, тупик, не пройдем игру. Так, с края вот тут попробовать. Оп! А, блин. О, есть. Тесла. О, там жизнь. Замануха. О. Нет, взяли, хорошо. Опа-на. Ой, тут еще и трубы такие. Наискось. Ох, палево. Так, там опять крысятина, надо аккуратнее, блин. Прижался, ну, холодно стало, решил погреться чуть-чуть. Опять с этого места. Ой, так. С краешку. Тут, блин, вроде как понял, как это место пройти, но тут опять тайминг этот надо поймать. Что-то он как-то не ловится, этот тайминг. С этой стороны, может. Блин, да ты чё? Издеваешься, что ли? Оп! Ну, тут не таз, сейчас там яблоки. Место жизни. Так, где-то я тут помню. А, вон на трубу. Тесла. В Red Alert они не так вот лупили, они прям сразу в человека стреляли. Они между собой заряды перебрасывали. Так, вот, тут опять что-то какое-то разделение. Так,
Ну-ка, давайте-ка позырим, что там с той стороны. Опять-ка, жизнь-ка. Что, нет? Так, ладно. Оп. О. Поприкалываемся на батуте. О! Так. А я здесь что, не допрыгну? Здесь, смотрите, есть эти пустые кубы. Да, пустые кубы. Здесь нет этого ящика с восклицательным знаком. Не, допрыгнул. О, отлично, и конец уровня. Все-таки уровень не такой уж и длинный оказался, да? В принципе, не такой сложный. Одно место вот там было с этим... летающим элитаном. Так, в принципе, ничего. Ну, прикольно еще и одаривают в конце яблочко. Что, на жизнь хватит? По 10 дней не хватит. Так. Фух. Плохо, конечно, что я бонус уровень не выиграл в прошлом. В прошлом туре. Так, ну что, ладно. На этом давайте завершим эту серию. В принципе, уже не так много осталось. Тут все, тут уже вот прям его территория, этого доктора. Я уверен, он там уже просто трясется весь от страха в своей вот в этой вот супер башне злодейской. Вот. Думает, как бы меня уничтожить, но ему это, конечно же, не удастся. Ладно, продолжим в следующей серии. Спасибо вам большое, что смотрели. Комментируйте, подписывайтесь. Ну и ставьте лайки. Мне это будет очень приятно. Все, всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.